наши дети сейчас представят нам кусочек Вифлеема, кусочек того, что было в истории. Но сейчас для нас это история, которая соединяется с настоящим. И мы с вами являемся живыми свидетелями того, что Бог творил, творит и будет творить до конца. Драгоценные братья и сестры, сегодня наши детки хотят подарить вам свой подарок, наш небольшой спектакль. Мы благодарим Бога за то, что Он это сделал для нас. Это большая привилегия. И сейчас наш спектакль начинается с того, что когда в ночь Мария родила Иисуса, наши пастухи пасли своих овечек около города Вифлеема. Высоким пастырь мой идет, узкою тропою овец своих ведет. Я маленькая овечка, и я иду за ним, узкою тропою в город Иерусалим. Я маленькая овечка, и я иду за ним, узкою тропою в город Иерусалим. Я есть пути истина, свет ночной тиши, ты иди за мною, он мне говорит. Я маленькая овечка, и я иду за ним, узкою тропою в город Иерусалим. Я маленькая овечка, и я иду за ним, узкою тропою в город Иерусалим. Наступил вечер, овечки легли отдохнуть вместе с пастухами. Идет воинство Божье, воины Иисуса Христа. Радуйся, мир, Господь грядет, земля, ликуй пред Ним. Прими скорей, царя царей, слава вышних Богу и на земле мир людям, которых Он любит. Мария, посмотри, как тиха и красива ночь. Сей младенец всем на диво. Бог сегодня говорит. Сей младенец в славу Божью, сей младенец Божий Сын, человеком во спасение примет мира грех один. Раньше мы, овечки, были жертвы за грехи твои, и твое прощение было в жертвеннике на крови. Аллилуйя! Бог родился, кровь святую Он пролил. В Агнца Божия, кто поверит, тот вовеки не умрет. Можно? Вы откуда? Мы с полей от сад идем, возвестил нам ангел чудо, только глянем и пойдем. Пело небо, пели звезды, слава Божья разлилась, и над вашими домами новая звезда зажглась. Это правда все, смотрите, вот младенец, с нами Бог, сердцем всем его любите, высших нет иных богов. Над звездой, над домом нашим потянулись люди вдруг, небо будет их, наверное, все должны ведь спать вокруг. День рождения всей эпохи, день рождения Христа, с появлением этой крохи день спасения настал. Разве можно спать сегодня? Ведь ликует вся земля, славит Бога мироздание, славим Бога ты и я.
Друзья, мы сейчас протянем наши руки, мы благословим, не уходите, подождите минутку, подождите. Мы сейчас благословим этих детей, тех, которые в зале. В зале вы сами кладите на них руки. Благословляем сейчас, чтобы то помазание, которое Бог имеет в виду, распространять на них в течение года, чтобы оно уже сейчас начало течь. Дорогой Господь, я благодарю Тебя, что мы можем благословить этих детей. Пусть они на самом деле живут в игре, играют живя, и пусть в этом будет Твое присутствие, чтобы они знали историю, к ней прикасались сердцем своим. Я благодарю Тебя, что мы можем благословлять, чтобы это для них было только стартом, а впереди основное. Основное служение, основная жизнь, основные возможности. И пусть Господь елей, Он будет стекать с их рук. Пусть помазание Твое, оно будет их учить. Пусть они никогда не будут ходить по путям этого мира, но всегда будут жаждать отношения с Тобой. Мы благословляем детей наших, мы благословляем внуков наших, которые на сцене, которые в зале, которые в домах. И я благодарю Тебя, что ни один у Тебя не забыт. Если даже ни одна птица у Тебя не забыта, которая продается за 2 сария, то тем более дети народа Твоего, рожденные для великих задач и великих целей. И я благодарю Тебя, что каждый из них, независимо от того, большой или маленький, мальчик или девочка, но каждый имеет в Тебе цель. Я благодарю Тебя, Боже, я благодарю Тебя, что то, что Ты задумал о них, оно состоится, оно сбудется, оно исполнится. И да будут их сердца расширены. Пусть эти хранилища заполняются небесным наследством. Пусть они слышат Твой голос с юности, с детства, с отрочества. Пусть их жизнь в Тебе, она будет зажженным светильником всегда. Я благодарю Тебя, Господь, за Твою милость и любовь, проявленную каждому из них. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Мы вас также поздравляем и благословляем. Друзья, мы будем молиться о наших детях каждый день, чтобы в них распространилось Царство Божье в силе. Все, можете двигаться в те классы, где вас ожидают. Спасибо еще раз вам. Давайте, друзья, с аплодисментами их проводим.